увидели жирафика. Тут 10 минут возле него постояли, покрутили, жопками подфёркали и пошли дальше. Его не кормили? А у него там было какое-то сено или какие-то кормильцы, где он мог сам подойти поесть? Да. Или он с деревьев доставал листики? Кстати, там много деревьев в зоопарке? Нет? Нету деревьев. Равнина у нас на стене кусты? Ой, кое-что там было. То, что там 1 600 001 дерево. Еще раз скажи, пожалуйста. Там 2 601 дерево. А, то есть там день будет летом, когда будет слишком жарко, да? Спасибо большое, Антон. Ну, не так, что в Уранус парк, мы там прям... Просто ты едешь на поезде, и ты видишь 600 691. Так, а может там дополнительно, где животные именно? Там есть деревья или... Нет, там, где животные, нет. А, они в клетках, или они вот так вот прям за забор? В клетках. В клетках всё-таки. Там вообще у них очень плохие условия. Жирафы вообще, они, у них палки такие торчат, там даже травы нету. Они, у них палки лежат, один вообще маленький вот такой вот где-то. Ну, 8. Девочка такой. Следующее животное кто был? Следующее животное это был бык. А нет, сперва был бык, а потом жираф. Уже не имеет значения. Дальше. Потом мы пошли, посмотрели на этих, на змеечек. А нет, сперва это были обезьянки. Антон, а как называется вот этот вот зверек, у которого мордашка такая интересная? А это еще у него полосочки на хвостике, да? Да. Хвостики полосатые. А еще он серо-черный. Помнишь, мордашка такая, и у него тут такие как будто бы щечки, да, да есть? Да. Нет, он такой сам кроха. Смотри, он такой маленький. Лемур? Лемур это? Я не знаю, это не похоже на лемура. Мне кажется, лемур больше. А это вот совсем вот такое маленькое, да? Вот такое маленькое оно. Вот такое маленькое. У него на мордашке вот так вот в разные стороны торчит этот мех, пушок такой. Он на человечную мордашку похож, у него мордашка какая, как будто бы не животное. Наверное, все-таки лемур. Может быть, нет. Так вот, потом мы увидели лемура, потом мы увидели кучу пород обезьян. Одни вообще только в одной стране существуют. Угу. Нет, только в одном городе. Угу. Я не помню, конечно, в каком, но только в городе. Ты мне так смотри. Слушай, где обезьяны существуют? Понимаешь, что не только в зоопарке. Ну, быстрее. А ты включил камеру? Ты когда не включалась? В смысле? Я же не обучала, но записываться. А, да?